Сегодня у нас заседание Евразийского межправительственного совета, и сегодня мы должны обсудить перспективы Евразийского экономического союза. Я должен подчеркнуть, что в целом, несмотря на все вызовы, Евразийский экономический союз, я думаю, что хорошо развивается, несмотря на сложную международную ситуацию. И должен заметить, что товарооборот внутри Евразийского экономического союза стабильными темпами растет. И это один из немногих позитивных нюансов по поводу наших региональных дел. Но я думаю, что действительно экономика очень важна. И мы сейчас сконцентрированы на выполнении стратегии 2025 развития Евразийского экономического союза. И мы сейчас работаем над проектом, который был предоставлен Российской Федерации. Санкт-Петербургская декларация. Конечно же, это очень интересный проект, и очень многие постулаты, в общем, приемлемы. И я думаю, что, в общем, есть позитивная атмосфера по поводу проекта, но есть очень еще и нюансы, которые нужно дополнительно обсуждать. В чем главный вопрос и в главный нюанс? Главный нюанс в следующем, что в общем есть некоторые нюансы о дальнейшей экономической интеграции, где позиции стран-членов немного различаются. И я думаю, что в общем есть возможность найти конкретные развязки, и очень позитивно, что все наши коллеги, они настроены очень позитивно. Конечно же, есть много нюансов по поводу дальнейшего развития Евразийского экономического союза. Очень принципиальную важность имеет создание реального общего газового рынка, энергетического рынка. И очень важна еще и координация кредитно-финансовой политики наших правительств. И мы очень тесно работаем по этому поводу тоже. В общем, наша главная цель – развивать экономики наших стран и поднять уровень благосостояния наших граждан. Я думаю, что поэтому в этой сфере действительно Евразийский экономический союз имеет очень большой интерес в странах Евразийского экономического союза, и мы видим и некоторые сигналы, которые говорят о том, что и другие страны заинтересованы в дальнейших развитии отношений Евразийского экономического с Евразийским экономическим союзом. Я сейчас передаю слово председательствующему межправительственного совета Михаилу Владимировичу Мишустину и еще раз приветствую всех в Республике Армения.